Чего-то. С кем-то знаешь? Да. Я переехал в Темиртау 2 года назад. Первым почернел я. Недавно почернела моя жена. В этом городе все черное. Такое чувство, как будто я должна чихнуть, но не могу чихнуть. Так, это вечер. Не знаю, как же я хочу на коньках покататься. Я уже думаю, завтра пофигу поехать одна кататься на коньках. Включить музыку. В наушниках слушать музыку и хотела сказать танцевать, господи, и кататься. Ну да, бывает, что я катаюсь и танцую одновременно. Большое спасибо за розочки. Благодарю. Merci beaucoup. Thank you very much. Поехали вместе, красавец, покатаемся. Всем Макеном поедем. Круто, давайте. Я вообще люблю на шахтере кататься, но на шахтере веселее только в праздники и суббота-воскресенье. Ну, пятница, суббота, скорее всего. Я просто сейчас не знаю, раньше же дискотека была, типа там светомузыка и сама музыка. Вот. Тогда интереснее. В парке вообще обычно каток говнище. Опять ты тут залипаешь. Да, свой выходной. Время чуть-чуть есть. На самом деле я думала поспать. У меня не получилось. Бывает же такое чувство, что тебе нужен сон, но эти чертовы мысли не дают тебе уснуть. Вот такая же фигня. Спасибо. Миленько, миленько. Насчет на край света. Караганда. Давайте быстрее. А, кстати, я же не переименовала эфир. Как будто Караганда работа. I'm sorry. А лайкайте быстрее. Так, мне сейчас уже выходить надо. Топать на ласточку. Вы знаете, где мне искать. Вот, о, какие умнички. Умнички, спасибо, спасибо. Надо же. И оказывается, достаточно лишь попросить, и сразу лайки прут, нифига себе. А я не знала, что так можно. Здравствуйте, Максим. Оказывается, в этом мире есть добрые люди. Которым скажешь, пожалуйста, лайкни, они такие. Да без проблем. Мурманск на связи. Ничего себе. Не знаю, где это. О, хаюшки. Большое спасибо, вас тоже с Новым годом. Мне кажется, будет уже февраль месяц, и все еще некоторые будут поздравлять с Новым годом. Ну, в общем, посмотрите вы пока в темноту. Я пойду. Я не отмечала еще сегодня только буду. Я пойду вещи развешивать. Вот, время идет. Нам еще к невропатологу. Вообще, блядь, пиздец, блядь. Не выходной, а жопа какая-то. Большое спасибо за сердечко. Я вообще проспал Новый год. Нет, я прежде чем уснуть, посмотрела на время, был Новый год. Здравствуйте, Адам, Адам. Правильно, он не нужен. Кто не нужен? Новый год? Как делишки? Хорошо, наконец-то выходной. Удачи, спасибо большое. А вы какого года? 98-го, мне 25 лет, скоро 26. Что там, шахты работают? Работают, да. Работают, но я же оттуда ушла. Привет, как там погода у вас? Здравствуйте. Хорошо, но чуть-чуть ветерочек есть, но сейчас хотя бы не метет. Как и последние несколько дней. Там немного ветерочек, но не сильно морозно. Хорошо, о, вы большая тетя уже. Конечно. Потому что лялечка вот сюда. Больше скажу, у меня есть своя лялечка уже. Так что... Ой! Злый день. Та-та-та.
Вот это. Ой, как красиво. Какая ты красивая. Мама пойдет, ладно, быстренько сходит. Да. Маме же надо тебе йогурт купить, да? Да. И как ты? Много? Да. Ложечкой кушай, да? Да. Хорошо. Игрушка твоя? Да, ну-ну. Красивая? Да, ну-ну. А его кормить будешь? Да. Ты что? Не морать его, ладно? Да. Баба спала с ним? Да. Не трогай болячки. Некрасиво будет. Все, доча, ты давай не будешь так делать, пожалуйста. Не надо. Что? Все, я пойду, ладно? В магазин же надо еще. Я быстро приду. Я быстро. Такая необычная без очков. Не раздевай меня. Мне больно. Что это такое? Я за тобой приду. Плакать не надо, баба ругаться будет. И кричать тоже не надо. Мама. Ты что, обалдела? Да. Да, я. Папа. Папа что-то говорил? Папа. Я. Ты? Да, да. Ты баба, мама, на. Мама будет сегодня с тобой, хорошо? Угу. И завтра тоже, завтра бабушке в гости пойдем. Да? Да. Да, бабушку поздравляй, поедем же? Да. Баба Галя и деда Ваня? Мама. Нет, не бойся, что ты же со мной. Не буду. Ну кого ты? Деду не хочешь? Но. Он не будет тебя бежать, не бойся. Да. Бабушка его от ата сделает, а? Да. 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 О, Господи. Все, можно идти. Здравствуйте, Степан. Нет. Василиса, мне надо все идти. Давай, сразу смей. Ня-ня-ня-ня-ня. А йогурт кто хочет? Ня-ня-ня-ня. Ты не, уже не хочешь? На. Уже не хочешь? На. Что ты хочешь? Бутерброды. Бутерброды? Мама же тебе сделала бутерброды. Блю. Нет? Давай мама сыр купит, да? Да. Мазать на хлебушек. На. Нет? На. Я Леонид. Да? А написано Степан. Папа. Где батя? Мы разошлись. С батей, да? Не целовать тебе нос? Ладно, не буду. А что можно целовать? Щечку можно поцеловать? На. Тоже? А ручку? На. Ничего нельзя? Мама же соскучилась. Ну что это? Чего у тебя? Голова болит? Да. Вот мой бедник. Встал уже? Да. А что ты делала? Папа. Что, папа? Бр. С папой ездила? Да. Ну это вчера же было. Да. Ты ударилась в машине? Да. Держаться же надо было. Вот так вот ехали, вот так вот. Тр-тр-тр-тр-тр. Да. По кочкам, по кочкам. Да. Да, такие дороги. В Караганде. Я буду еще выше. Мам, ой, давай только не игрушку эту. Все, зайка, давай, мама пойдет.